Всем привет! Что если вы смотрели мой маленький шорт по поводу пластиковых сборных моделей автомобилей в магазине, я там их нашел. Ну вот, я все-таки приобрел модельку Мустанга Convertible 64 год 1/2, но это получается модель, это Restoration. То есть это современная модель, она выпускается с 2012 года. Модель 64 года, которая была выпущена в 64 году, ну то есть сейчас выпускается. Значит, что мы имеем? Я еще не открывал, сейчас сделаю небольшую распаковочку. Значит, вот тут есть introduction, написано, что это за модель. В середине 64 года, значит, была выпущена, цена была на базовую модель всего лишь $2368. Значит, имел двигатель V-образная восьмерка, 289 кубиков. И, значит, здесь описание модели, понятно, тут в инчах, написано на английском и на испанском. Значит, что у нас еще здесь? Здесь небольшая инструкция, пишут, как лучше это делать, там почитать инструкцию и все. Значит, что мы тут имеем? 12+, и очень хорошо, 4 уровень и масштаб 1:24. Вот, 4 уровень, это больше 120 деталей. Требуется инструменты, клей и краска. То есть, по идее, здесь краска и клей в комплект не входят. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Пленку я снял, и теперь у нас момент истины. Надо открыть. Ага. Он открывается как-то хитрым образом. Подождите. Вот это надо. Не, по идее ничего хитрого. Просто хорошо вставлено. Так. Значит, вот у нас набор. Так, что мы имеем? Это у нас стекла. Оптика. Здесь у нас кузов. Все запечатано. Кузов и колеса. Резина. Покрышки. Так, здесь у нас остальные детали. Видно, вот это салон, днище. И остальные детали, вот части двигателя видны. Вот фильтр, вот это двигатель часть, капот, руль. Так, это хромированные молдинги на диске, решетка радиатора, на двигатель тоже всякие детальки. Здесь коробка рычаг переключения передач. Это хромированная. И инструкция. Это револовская. То есть, это, я так понимаю, монограмм. Это как подразделение револ. Более дешевое. И вот здесь идет описание под номерами. Какая деталь соответствует какому номеру. И порядок сборки. Порядок сборки начинается сборка с двигателя. Видите, даже ремень там такой. Прикольная модель, прикольная детализация. Так, что у нас тут?
завершающие элементы. Тут какие наклейки. А наклейки у нас вот такие, но не какие-то. Ага. Вот они закрыты такой специальной пленочкой. Номера вот Техас. Это декаль или декаль. Ну, естественно, можно просто не заморачиваться, собрать, она будет белого цвета, но это не прикольно. Это не прикольно, поэтому нужно здесь на упаковке указаны номера красок, их нужно покупать револовские. Понятно, что они стоят недешево, но что делать. Модель всего лишь стоит $13. Стоило $19.99, 6 долларов скидка. Так, и здесь у нас должно быть в инструкции написано, какими цветами красить. Оно что-то не сильно-то и написано, какими цветами красить. А, вот смотрите. По буквам, значит, вот эти буквы А, Б, С, Д, Е, Э, вообще, ну, короче, они соответствуют номеру краски. Номер краски, тут еще вот смешивать надо, но это уже для маньяков совсем. То есть вот номер краски по каталогу Revel. И смотрим. Значит, вот двигатель. Значит, вот эта часть двигателя красится С, а задняя часть красится H. Ну, смотрим, С у нас Black Gloss и H Iron Metallic. Ну, короче, это серебристый получается цвет, а это блестящий черный. Ну вот. Но я так понимаю, что нужно будет это все красить до начала сборки, потому что потом покрасить будет не очень удобно. Сделано достаточно хорошо для такой цены. Заусенцев почти нет. Вообще нет. Детали все пронумерованы. Ну, для начала их нужно будет, эти все детали, кроме, естественно, вот этих хромированных, их надо будет прогрунтовать. Купить грунт. Я вам сразу скажу, что я сегодня приобрел краску, я посмотрел видео на канале, который человек уже собирал данную модель, и он покрасил его в красный цвет, не в такой цвет. И вот я приобрел краску уже вместе с грунтом. Конечно, баллон большой, 340 грамм, но что делать? Меньше, он стоит этот баллон $6. И надо будет еще посчитать, сколько выйдет цена этих красок всех, чтобы нормально покрасить машину, и она была похожа на оригинал. Вот такая небольшая распаковка. Кому понравилось, ставьте лайки. Может быть, кто-то тоже этим увлекался. Я когда был в Украине, давно еще в детстве, я тоже собирал такие модели. У нас продавались в детском мире, в универмаге. Были самолеты немецкие. И производство СССР было. Но потом это как-то все заглохло. И покупать их было только онлайн, в интернете, но они там стоили дурных денег.
Ну, как-то я это забросил дело. Тут вот увидел эту всю... штуковину такую. Загорелся и решил приобрести. Так что в следующем видео, я думаю, покажу подготовку к сборке. Ну, а так, кому понравилось, еще раз лайки, подписка, комментарии. Всем пока!